Ребята, постепенно пригревает, но вечером вроде дождь обещают. Лёша вчера довозил навоз с Максимом. Ну, Максим денёк, остальное всё Лёха быстренько. Сейчас всё это нужно разгребать и, наверное, перепахивать. Трава бушует, трава шурует, поэтому надо всё это перепахать. А между уже шпалерами, там лопатой. Мы в этом помещении, его нам надо довести до красоты. Будем сейчас полностью убирать, всю подстилку вычищать, потому что у нас числа 12 где-то будет пополнение. Мы надеемся, что будет пополнение, должны приехать к нам индюки. Вот это все помещение нам надо убрать. У нас тут, наверное, зимовали мыши, потому что гребли они вообще не по-детски, что-то нагребали. Подстилка у нас здесь была хорошая, им перина, можно сказать. А уборке мне будет сегодня помогать, как обычно, Максим и даже Лёха. Вытащил своего зверя, простоял. Сейчас надо некое такое ТО, посмотреть там масло по мелочам. В том году я всего на нем раз, наверное, 6-7 ездил. Ну и батя там перепахил. Да, и надо сейчас у батьки будет перепахать. Все сейчас принесу. Ну, в первую очередь надо навоз раскидать. Прошел 3 рядка, что возил Максим. Сухенькая, легенькая, конечно. Он знает, что возить. И что Леха возил. Ой. Лопатой ворочаю, ворочаю. Надо край сегодня раскидывать, перепахивать. А то оно так комом там вообще становится. Ну ладно, осталось 1, 2, 3. Еще 3 осталось рядочка. Недолет. Оба, мышь. Оба, мышь. Мышь! Лёха кое-что. Я это заснял. Я тут не буду убирать. Ой. Сердце стало. Где она? Вот она. Она. О, отойди. Иди, Яна, хочешь? Да нет, дай я ее постебаю. Она уже зарылась. Она вон. Смотри, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Опа. Сидит. У нее стресс. У нее стресс, а у меня какой стресс? У нее стресс. И самое интересное, я это все одним кадром заснял. Лешина очередь знакомства с мышами. Максим у нас на тачке. Ага. Я пока после стресса отхожу. А у вас что тут за экстра? Да ты мышь, знаешь? А мышь на маму прыгнет. Я не ожидала. Я, получается, аж в калошах, а она именно в калошу. Я думала, лишь бы по внутреннему. В домик. А я ее лопатой захреначила, она за дверь. Жирная такая. Ну а что не жирная? Лень, тут насыпано всего. И корм еще на 3 года вперед хватит. Шлеп, они что? Начали с меня смеяться, твои дети. Ну вот, друзья. Первую секцию мы почистили. А как вы можете заметить, здесь очень много крысиных нор. Получается, что здесь засело не пару крыс, а целое семейство. Максим, не крыс, а мышь. Ну, какая разница? Все равно грызуны, да и вредители. Вот. Ну, теперь, по крайней мере, в одной секции им есть нечего. Работы у нас начались садовые. Саша обрабатывает междурядье винограда. Наверное, идет первый раз. А нет, второй раз. Это я уже пропустила. Ну как открытие сезона? Там, где Леха навоз возил, вот здесь, ну я думаю, там вообще целина такая, что ну, вот на первый прохожу сначала один ряд, прохожу второй еще более-менее, а посередине целина такая, что... А я что-то подумала, что ты уже второй раз это проходил или первый?
Нет, я справа прохожу, слева прохожу, у меня стоит серединка. Все, поняла. Серединка как раз наши тропинки, где мы все утоптали. Здесь утоптали, вообще камень, просто камень. Ну ладно. Так, вот одна сторона, другая, видишь, там я тоже прохожу. Да я уже смотрю, что ты вот эту шпалеру нашу уже все как бы облагородил. Да, ну с одной стороны, как хотел. Вот там все убираем, и там тропиночка будет. А вот здесь вот уже будем. Фронт работы на сегодня выполнен. Тишина, слышите, какая? Вентилятор не работает. Свет выключили. Поэтому без электричества беру сейчас лопатку и пойду тогда между ряди. Между рядов травка только, вот видите, зеленеет. Остальное все прошел. Ну, это само собой еще буду. Вот только прошел траву. И она сразу уже посохла. Люблю по солнышку ходить вот с мотоблоком. В том году так хорошо было. Ну и в этом году так же хорошо будет. С той стороны здесь. Фу, видите, тучи какие заходят. Вот. Это плохо, потому что вся зеленка, которая корешки сейчас так нарушены, чтобы они высохли, а то могут приняться заново. Ну ладно. Ну, в общем, наш танк надо масло поменять. И сейчас ремень соскочил. В общем, на первой практически все ходило на первой скорости, а потом уже где, ну, прошелся уже, где такое было, второй раз прохожусь на второй скорости, просто поверху пробегаюсь, так, не заземляю толком, не углубляю, и лишь бы трава наверх выскочила, хорошо траву тогда выкидывает. Ну и, в общем, на второй скорости соскочил ремешок, пришлось снять, вот здесь застрял, так, запищал. В общем, масло надо поменять, как-никак, рабочая лошадь. Сколько у нас тачек ушло? У нас на первое отделение мы потратили где-то тачек 5 вывезли, а вот сюда уже чуть больше, это 8-я тачка. И все. Вам надо иметь, главное, 2 детей, 1 взрослую рабочую силу, 1.5 часа, и у вас будет сарай чистый. Друзья, зашел к Марине, она сегодня здесь устроила уборку-приборку, и вновь в кадре спонсор данного видео. Чудо-очиститель, я твое средство для всего, Brain Free. Мы уже показывали, как оно действует, обалденно действует. Марина приспособила здесь, показывай, быстренько. Да. Повторяем. Ящичек такой, чтобы уже в ящике, и крючки, и все используем. Данного средства всего требуется 1,5 столовые ложки на 1 литр горячей воды, желательно погорячее. Данное средство можно использовать для стирки, для посуды, для чистки поверхности, для чистки сантехники и раковины, также для дезинфекции. Сейчас я это все смою теплой водой, и будут у нас эти прутья все чистенькие, беленькие, блестящие. Данное чудо-средство можно купить на Озон и Валберес. Ссылка будет под видео и в первом комментарии. Наконец у нас руки дошли до моего цветка. Сашу припахала чуть-чуть. К руки дошли, или Саша дошел? Ну, я ж руководитель над всем этим. Не, ну ты ж выполнила. Фронтом. У меня сначала было этот, как я все твои ультиматум. Все твои задания выполнила. Ультиматум был сначала. Идем гнем скаты, да. После этого идем тебе... Идем гнем цветок. Да, ну ты хоть давай рассказывай людям, чего ты хочешь сделать. Чего я хочу сделать? В том году у нас не получилось сделать шпалеру, да? Мы хотели, чтобы у нас вот этот клематис, он шел по шпалере, вот выше был, чем обычно он у меня бывает. И в этом году мы хотели тоже чуть пораньше его перевести на эту шпалеру. Вот сейчас отсюда мы его будем вот так делать. Да, пока там Санек что-то делает. Вот такой мне еще нравится мой цветок. Знал это название, да? Ну, у нас он по-деревенски называется «Разбитое сердце». Мне он нравится чем? Цветочки вот такие, да, интересные. Сердечко напоминает. Мне нравится чем? Что оно все лето цветет. У него нет такой периодичности. Вот эта вот кисточка идет, а вот и не маленькие кисточки, он уже следующие гонит. Ты сбивал. Нет, это ты 5 лет назад. Вот видишь, все. То ли я хлял, то ли он прирос. Корни дал. Перетащи на ту сторону. Вот так аккуратно, смотри. Раз. Ты же хотела, чтобы они по ту сторону пошли, да. А вот это я сейчас свяжу.
Мы сейчас это срежем. Подожди. Чего? Мы вот там вот кого-то забыли. Ну и фиг с ним. С той стороны. Вот, ты основную массу ту сейчас закрепишь. Летом покажем. Надеемся, что попрет и будет вот это все ковром. У нас там кошка пошла мышковать. Когда ей вычистили все. Сегодня мы мышковали. Ага. Пока мамка сегодня мышковала. Зашла, он и не уходит. Давай оставим все это открытое. А что вы такое вынесли оттуда? А то такая интрига. Зерно было вот в таком. Даже, наверное, овес? Нет, тут это все подряд было. Пшеница же до этого была и овес. В общем, вот такой короб сбивали. С той стороны у меня узкие были фанера. Ну, где-то до половины. И узкую так насыпаете полную. Вот. Отчерпал, узенькую открутил, опять отчерпал. А вот эти края были цельные. Я бы сказала черный ящик, но он белый. Черный ящик в студию. Или как там? Там. Я забыла уже. Я сам забыл. Мы заедем, Лёха. А вы решили на этот, на первый отдел? Ну а куда? Здесь солнышко будет. Да, оконнышко, солнышко. И тут мышиных норок нет, как мы поняли. Вот, а там что есть? Да. Да, я их там все затоптал ногами, как конь. Я их тоже трамбовал. Я их все утрамбовал. Какие вы жестокие. В общем, как обычно, Саша говорит. Будет вот так, точки. Мам, запомнил? Это здесь будет лампочка висеть, это будет просто, чтобы не мешалось. Хорошо ты сказал, я бы не додумалась для чего-то штука вообще. Для лампочки, и та для лампы, это перемычка. Да, ну как бы пока как-то вот так, само собой это будет потом открываться. А, подожди, открой. А они будут вот так вот просто, ну, по этой деревяшке бегать? Нет, здесь делаем второй этаж, домик, третий этаж, лестницу. Нет, ну им подстилку надо. Подвал. Да цокольный этаж. Конечно, мы тут, у меня картонки там с этих полно, картоны. И это, сейчас мы туда уходим. Там у нас еще шелупонька это, по-моему, оставалась. Нет, это все сюда шелупонька пойдет. Этот, вот под лампочку. Я думаю, Мария, знаешь что, вот здесь у них будет спальное место на трех чуправнях. Ты им расскажешь, да? Я им буду показывать. Там у них вот здесь спальное место будет. Вот здесь будет водичка и жратва. Какательное место где будет? Не умничай. Вот, вот эта лампочка будет вот здесь постоянно, наверное, работать. А деревяшка не будет нагреваться от лампы? Мари, ну она же не будет. Я на веревочке же буду, ну то есть на крючочке висеть будет. Я для чего? Они ее не будут долбать? У меня тут даже уже этот. Смотри, я что нашел здесь. Ну так-то да. Подходит все к логическому завершению. Сегодня приезжает зверье. Показываю, что у нас тут получилось. Корм. Насыпал 3 мешка. Будем использовать старт мегакорм. Вот 3 мешка у меня сюда улазит. Такая мелкотня. Нормалек. Сейчас я его насыплю. Пеленочек затарились. Наш ящик. Конечно, да, свои нюансы. Что здесь неудобняк. Пол внизу. Обычно сеточки, конечно, будет чисто. Здесь придется помаяться, с ними побегать. Ну ничего страшного, потому что здесь они недолго будут. Сегодня жарище, солнце, вообще класс. Посидеть дней 7, ну может 10. Посидят и потом будем вот сюда выпускать. Лампы здесь буду опускать и все будет здесь нормулек. На данный момент вот 32,8. Одна лампа, как я хотел, на 250 будет греть, периодически включаться. Соточка будет включена постоянно. Обе они красные. Как видите, вот так получается. Вот. Температура. Датчик вот практически у дна. Но его надо чуть приподнять. И, наверное, я ему сделаю какую-нибудь защиту. Потому что эти гадости сейчас чуть только подрастут. И они его сожрут. В прямом смысле. Вот сейчас одну кормушку сюда поставлю, а воду, наверное, с краешку. Все, на кормушку такую одну поставим. 30 голов, ну, я думаю, для начала. Потом вторую такую же поставим. Да, вот сюда галочку поставим. А, так ты... коротышку назначили. Ну да, быть самым высоким. Пошли все мои. Саша пошел, мы взяли сегодня Натаху, соседку свою. Они тоже решили взять индючков. Вот эти пушистые. Я просто его выбрал. Надеюсь. А то, Мариша.
Чем хорошо? Тут еще у Юли, пока Юля занята, мы тут выбираем, какие нам нравятся, какие не нравятся. Вот там должно было быть 7 вроде. 2, 7. Да, 7. Как в супермаркете, короче, самообслуживание. Да, вон, так. Давай. Все, открывай. Да, да, они же. Какие? 8. 9. 10. Сейчас разберется. Юлечка, скажи, ты как, есть у тебя проблемы с цыплятами, с бройлерами или нет? А то же говорят, кризис, не кризис. Нет, проблем всех никаких нету, всех вожу, все есть. Фабрики все привожу, да? Да, все привожу. Все, нам да. затарят, нам затарят. На птицефабрике свои родители родные, чешское стадо завезенное. Вот. И вот они нас пока не обижают, птичку дают, а мы вас снабжаем. Да, молодец, да. Спасибо, Юлечка. Да, и вам спасибо. Погнали, чибисы. Опа! Свобода! Взяли, да, взяли мы в этот раз 33. Ой, за голову! Цыпленка. Индюшонка. О, зашибись, я его выбирал я. Сам выбирал. И одного кривотошного взял. Ну ладно, того 33 брали. Чедушник. Прикинь, кривотошного взял. Ну, бывает. Ну, ладно. Не повезло. Не усмотрел. Ой. Так, ребятни тут. Сейчас корм быстренько найдут. Он под лампочку. Видишь, глянь, смотри, сразу. Да, боже ты, ложатся, да? На пляж. Это пляж. Ты смотри сразу на бок. Блюх, блюх, блюх. Идите поешьте вначале. Глянь, друг другу эти. Когти такие поотрываете. Кто-то хитрый уже вот кушает, ходит там один, попробовал. Так, ну это, конечно, интересно ты придумал. Ребята, начало у нас положено. Да, этого года, 23-го. Есть! Все, скажем так, по поводу Юли, вот я в том году говорил, мы брали у нее бройлеров, индюков в том году, в этом году. Что мне нравится, что человек возит. Мне это устраивает, потому что у меня нет проблемы. Завтра будет птица, приезжайте в Курск, там мне 120 километров, там в 7 часов вечера, а завтра уже там на 5 рублей дороже. Здесь человек получил, тут же сразу обзванивает или там в чате и везет. Курчатов, Льгов, Рыльск. Так что, ребят, кому надо, под видео ее координаты. А мы все довольны. Они тоже. Пойдем делать вам видео, да?